Вони активні, вони швидкі, вони веселі, вони супердіти! Всім привіт! Ну що ж, ми знову в ефірі! І ми готові розпочинати нашу програму. З вами чудовий ведучий Влад та неймовірна Анастасія. Також з нами на зв'язку наші активні ведучі Влад і Аріна. Давайте прямо зараз зв'яжемось з нашими колегами. Привіт, студія! Прямо зараз ми готуємось до першого раунду, для якого ми обрали парк розваг та підготували дуже активні завдання. Як там у нас? Команди готові? Наші команди у гарному настрої та готові перемагати. Ну що ж, давайте дивитися, як команди пройдуть ці завдання та хто впорається краще. Але спочатку давайте їх запитаємо, чому вони повинні перемогти? Моя команда победит, потому что мы крутые. Моя команда сильная, смелая и победа за нами. Мы победим, потому что мы супер дети. Синие, бойтесь, мы отважные. Какая команда победит? Конечно же наша. Наша команда самая лучшая, поэтому желтые победят. Мы победим, потому что мы быстро бегаем. Мы победим, потому что мы везунчики. Моя команда победит, потому что мы все умные и веселые. Наша команда победит, потому что мы самые хитрые, а еще потому что ее ведущий Влад. Моя команда победит, потому что она самая лучшая команда. Самое главное в нашей команде, что есть я. Значит, наша команда победит. Мы самые активные и будем стараться. Мы дружные и победим. Моя команда победит, потому что мы дружные, мы помогаем друг другу, старшим, младшим, и мы всегда придем на помощь. Ну, мы победим, потому что у нас вполне сплоченная команда, хотя иногда в этом деле провисает, конечно, эта команда. Но все же мы победим даже из-за того, что у нас ведущий-то Влад, он хороший пацан, мы это все знаем. Наша команда победит, потому что мы ультрамодные. Мы победим, потому что мы шустрые. Моя команда победит, потому что она самая дружная и никогда не бросает одного и всех выслушивает. Перший раунд! Хочу заявити тобі, Владе, сьогодні моя команда переможе твою. І чому це ти так вирішила? Тому що ми дуже старанно готувались. Хто буде краще, ми подивимось пізніше, але я вболіваю за жовтих. Сьогодні у наших команд буде нелегке завдання. Команди отримали два конверти з загадками. Їх потрібно відгадати та знайти всі літери слова відповіді в нашому басейні. Команда, яка перша впорається з цим завданням, переможе. Готові перемагати. Сьогодні наші команд дуже непросте завдання. У цих конвертах лежать загадки для наших команд. Знайшовши відгадку, командам потрібно зібрати слово з кубиків. Переможе та команда, яка швидше виконає завдання. Очень быстро, но потом пошли затруднения. Мы начали долго искать, не хватало одной буквы. И когда уже время закончилось, нам сказали, что другая команда нашла этот кубик и спрятали ее еще глубже, чем она была. Синие, мы все знаем. Мы знаем, что вы спрятали нашу букву, и поэтому мы не смогли выиграть.
хочеш мене запросити? Та ні, це не до цього. Зараз раунд в наших команд у кінотеатрі. Добре, давайте дивитись. Другий раунд. Ну що, ми вже на місці, і я впевнена, що моя команда переможе. Ні, Аріно, в цій грі потрібна гарна логіка та пам'ять. Ну ось, бачиш, моя команда точно переможе. Командам потрібно відгадати, до якого мультфільму відноситься фрагмент, який ми покажемо. Яка команда впорається краще, та й переможе. Мука, яйца, сахар, ваниль. Мы решили, что это рататуй. Лучшее из моих творений. И некоторые мультики знал, некоторые не знал. Но Максим мне подсказывал. Мы решили, что этот мультик называется «Суперсемейка». С Карлом Фредриксоном. Мне понравилось смотреть мультики, и я их почти все знал. Он совершит его, не покидая дома. Мы решили, что этот мультик называется «Вверх». Мы решили, что этот мультик называется «Тайная жизнь домашних животных». У цьому раунді перемогла дружба. Я думаю, цей раунд чекаю не тільки я, а й наші глядачі. Раунд третій. Поки наші команди готуються, ми вам нагадаємо умови раунду. Учасники уважно слухають завдання від нашого експерта. І хто краще з ним впорається, той і переможе. Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні ми знову попробуємо щось зробити своїми руками. У кожної команди є свій лист теста і формочка. Участник каждой команды, сделав свой пряник, придает формочку следующему игроку. Побеждает та команда, у которой будет больше кулинарных заготовок. Команды уже готовы приступить к заданию, ну а мы посмотрим, что же у них получится. Эстафета пряников мне понравилось, и это было классно. Перемогу отримала команда синіх. А зараз в нас конкурс для справжніх чарівників. Так, а зараз ми подивимось, яка з команд більше володіє магією. Четвертий раунд! Зустрічайте, чарівний та неймовірний фокус Славік. Хочу вас поприветствовать очередной раз и научить очередному фокусу. Для этого понадобится шарик, для этого понадобится монета. Все происходит на ваших глазах. Надуваете шарик. И выбираете, ну, допустим, 25 копеек. 25 копеек. Ну, такие красивые, да? И берете так на ваших глазах. Ну что, друзья, сейчас я вам расскажу весь секрет, как это происходит. Вы должны подготовиться заранее. И с этой большой жменьки вы выбираете 25 копеек. Берете обыкновенный шарик, еще не надутый, и вкладываете туда заранее 25 копеек. Проталкиваете его аккуратненько и... Что вы делаете? Вы завязываете шарик на узелок. Скидываете монетку на дно. Оттягиваете и берете захватом двумя пальчиками. Потом делаете вид, что вы выбираете монетку.
Но когда вы выбираете монетку, говорите, я постараюсь вот 25 копеек, или нет, вот скорее всего вот эти, я их постараюсь вбить, вы вбиваете его в шарик. Ну а одновременно у вас в ладони зажата другая монета, которую вы должны быстренько, когда даете человеку проверить, сбрасываете в карманчик или еще где-то, и одновременно у вас появляется по-волшебному монета прямо в шарике. И вот, друзья, та команда, которая слушала внимательно, действительно сможет сейчас повторить этот фокус. Спасибо большое! Всем привет! Сегодня мы покажем, как пробить 25 копеек в шарик. Именно этот фокус был трагедией, потому что все не могли надуть этот шарик. Только я не понимаю, почему я, девочка, 11 лет, надула, а он, мальчик, 11 лет, не надул. Итак, нам нужно вот таким движением попытаться забить в шарик монетку. И мне не понравился фокус с шариками монеткой, того, что он был достаточно легким и неинтересным. Наши 25 копеек. У цьому раунді перемогла дружба. Ми вже майже на фінішній прямій. Так, ще трошки, і ми дізнаємося переможця цієї гри. Наберемося трохи терпіння. Раунд 5. Аріно, ти в курсі, що зараз популярно ходити у фітнес-клуб? Звісно, і ми запрошуємо наші команди у найсучасніший фітнес-клуб. Все дуже просто. Кожен учасник має пробігти зі своєю максимальною швидкістю. Кожен член команди має на це 30 секунд. Переможе та команда, яка пробіжить більше метрів. За один і той самий час. Рахуйте разом з нами та побачимо, хто переможе. Бежал на беговой дорожке, мне понравилось, что там надо было бежать и не останавливаться, потому что я могла упасть и бежала долго. Я очень пытался пробежать очень много, но я устал очень сильно, и надо было, чтобы другие члены команды тоже побегали. Команда жовтих. А ми передаємо слово студії. Нехай вони підводять підсумки нашої програми. А ми з вами зустрінемось у наступній програмі. До зустрічі! У цій програмі перемога обох команд. Ще скоріше хочу побачити наступні випробування. Всьому свій час. Сподіваюсь, вам теж було з нами цікаво. До наступної програми. Супер, діти!